Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогер України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях журналіст, співзасновник громадського об'єднання Олександр Головатюк. Вітаю тебе. Здравствуй. Радий тебе бачити. Ти активіст. Активіст, да? Це таке слово, в принципі, зараз... Режет слух, да, на сьогодні. Скажи мені, будь ласка, яка різниця між волонтером і активістом? Тому що і ті люди, вони кажуть, що вони, те, чим вони займаються, за це вони не отримують ніяких грошей. Тобто вони захотіли, вони це роблять. Я просто як людина, яка живе в лібертаріанському суспільстві, я не дуже вірю, що люди можуть щось робити не за гроші. От. Що ти мені на це можеш сказати? В чому різниця і де цей профіт? Дегешефт. Я согласен, если честно, сам отношусь с глубоким подозрением к людям, которые говорят о какой-то созидательности, каких-то масштабных проектах во благо общества, что он на алтарь там свое время, свои деньги кладет. Как правило, ну, популист, да, ищущий каких-то дивидендов где-то. Себя рекламируют. Все хотят, да. Да, да, верно. Тут пошел просто по пути такой непротоптанной тропе. Что касательно вопроса волонтера и активиста, ну, если уйти в теорию, да, как Википедия, то волонтер, насколько я понимаю, это человек, который включается в действующий проект и готов там привнести там или внести свой небольшой вклад, да, и выполнить какую-то миссию там социальную. Активист — это такой моно или как самомотивированный деятель, который сам выбирает направление, да, вступает в кооперацию, там, либо же там самостоятельно реализует какие-то там цели и задачи. То бишь, как по мне, это одна вертикаль, только активист, наверное, более зрелый, более опытный, чем волонтер. Волонтеры, как правило, у нас студенты, люди, которые попробуют себя на этом поприще. Поэтому я волонтеров относил бы, я к ним больше с доверием отношусь. Так как правило, они хотят увидеть там, ну, прикоснуться к чему-то большому, статусному, там, Красный Крест или там Евровидение, они хотят общаться со звездами. То бишь, они реализуют потребность там в каких-то там популярности, либо в поиске информации. Активист на сегодняшний день... Это как заноза. Да, не хочется негативить, у нас позитивная передача, Новый год, но это уже стало таким нарицательным именем и больше со знаком минус, чем плюс. Себя я, ну, объективно активистом не считаю, так как, по сути, у меня есть, ну, профессиональная деятельность, которая занимает там процентов, наверное, 50 моей жизни, да, у меня там семья, у меня ребенок растет, то бишь это вторая половина, и по остаточному принципу, если остается... Тобто натякаешь на то, что ты не зарабатываешь безпосередньо своей деятельностью в якости активиста. Я бы больше сказал, я трачу. Ага. Я даже так по секрету и жене иногда не говорю, сколько, вот, потому что могут быть сложности. А давай зараз просто скажем, бо вона буде переглядати, и мы ей зробимо такий новорічний подарунок. А вырезать? Я сказал, потом подумал. Ну, я утрирую на самом деле, но для обеспечения там определенной деятельности, ну, там сфокусируемся на маленькой задаче, там мы хотим понять там позицию там нашего там истеблишмента, либо там позицию людей, мы там ведем опрос, необходимо потратить время, да, то время, которое можно провести там на работе для зарабатывания, либо же там с семьей, с ребенком, необходимо потратить там финансы, там топливо, либо купить спецоборудование. То есть сказать, что я там инвестирую в это, нет, конечно, но на бытовом уровне приходится какие-то траты нести. Сказать, что это приносит доход, ну, я пока что не заработал ни копейки. Ну, и в ближайшем будущем пока не вижу на этом поприще возможности для заработка, потому что нет такой Слушай, нужды. Ну, есть же люди, которые знают, где найти какие-то гранты, отримати під якусь ідею. Ну, в принципі, там далеко ходити не треба. У нас ці люди зараз, в принципі, вони вже достатньо на високому рівні. Достатньо високі посади займають, то, може, ти теж на це сподіваєшся, що в якийсь час твоя діяльність буде комусь цікава і за це будуть платити гроші. Ну, знову, вибач мене, я на людей дивлюся таким чином, що я... От чи робить людина очки. Щось, да, щось робить, значить, для чогось він робить. Ну, я повторюсь, точно так же смотрю на людей. Я не верю вот в искренность вот этих сладкоголосых соловьев, которые красиво говорят, что
что преследую я. На сегодняшний день либо это реализация какого-то внутреннего посыла, возраст может уже такой, что необходимо реализоваться, да, не только там на профессиональном поприще, но еще на общественном, возможно, получить какой-то статус. Ну, скажу честно, искренне, да, мне, допустим, льстит, или же я преследую конечной целью, там, это знакомство, общение. То есть многие процессы или многие личности, которые медийные или на сегодняшний день там находятся там на первых полосах там СМИ, я с этими людьми контактирую, да, у меня есть возможность им задать прямой вопрос. То есть это вот, вот наверное, вот это моя ценность. А потом ты заснимешь их відповідь, да, вони скажуть, знаєш, ця відповідь мені не подобається. Що треба зробити, щоб ти стер її? Можешь так и быть? Ты раскусил. Ну, я, как правило, не задаю такие провокативные вопросы. То ли опыта нет, то ли смелости не хватает, пока мы работаем по таким нейтральным темам. Вот, поэтому вряд ли мне пока зададут этот вопрос. Ну, если его зададут, я тогда приду сюда и сознаюсь, как это. Да. Дрогнула рука или нет? Насколько среднерыночная цена за такие услуги? А зараз, ну, чем, на что звертаете увагу безпосередньо? Ну, когда мы начинали, люди все взрослые, понимаем, что за все хорошее против всего плохого, но это не то направление, на которое, ну, или как, на то, чтобы тратить время. Ну, звучит. У нас звучит красиво, больше скажу, пользуются сейчас этими лозунгами, по крайней мере, то, что я вижу, наверное, процентов 50 активистов или активистов, там, к сожалению, не знаю, где ударение правильно поставить. На сегодняшний день мы выбирали приоритет по тем социально важным направлениям, которые можем осилить. Вот у нас есть ограниченный ресурс времени, там человека, часов, финансов. Мы вот и понимаем, вот это по силам. На сегодняшний день веду того, так где-то анонсирую, где-то самопиар кратенький проведу. Тема номер один, ну, по крайней мере, недели две назад или три назад было, это вот земельное, снятие моратория на продажу земли. Да? Многих это где-то... Кто-то отнесся положительно, кто-то негативно, но безучастных практически не осталось. Даже в бытовых условиях кто-то где-то как-то это комментирует. Так как у нас, ну, на сегодняшний день в открытых источниках достаточно много возможностей там, для поиска, повторюсь, каких-то направлений, либо там возможностей для развития, мы открыли, ну, так, не мы, наверное, так, это больше инициатива. Я, как оказаться, да, не мы, а краще я. Не хочется, да, так как это будет, если бы мы с тобой тет-а-тет общались, возможно, я согрешил. Объективно выступил инициатор, что есть вот поле для деятельности, это получение на безоплатной основе, там, насколько я помню, 5 наделов земельных от государства, там, на основании там, действующего законодательства. И мы для себя поняли, что есть вот бытовые потребности, все внутренние мы там хотим быть господарями. Ты кажешь про то, что каждый гражданин имеет право отримати там... Да, вот вижу, это законное право. Ну, веришь в это? Вот, вот видно, что как, знаешь, на одном поприще работаем, мы с этим вопросом вышли вначале к нашим власть имущим, к депутатам народным, и забегая наперед, скажу, что 100% и 100% никто не сказал, что это возможно. Один утром, все сказали, что это невозможно. Причем это не депутаты, которые начали свою политическую деятельность там полгода или год назад. Это маститые наши депутаты, завсегдатаи, которые понимают, которые разбираются, и чья оценка является объективной. Мы задали вопросы на улице, мы пришли на самом деле к такому неприятному выводу, что мы не просто не верим, что это можно, мы даже не знаем, что это возможно. То есть вот, у нас большинство опрошенных говорили о том, что мы вообще об этом не слышали. А если и слышали, они фокусировались на одном из направлений, там, 2 гектара. Да, вот. И вот, по сути, наш социальный проект, и так, чтобы я далеко не уходил, вот и заключается вот в реализации социального, ну, тавтология проекта. Мы изучили свои там права и возможности. Мы собрали команду людей, которые являются либо экспертами, либо опытными в этом направлении. Мы прописали дорожную карту, да, ну, по крайней мере, вот громадское объединение вот в этом направлении работает. И моя зона, да, ответственности, я это все фиксирую, фокусирую и доношу нашему зрителю. Сам, как обыватель, пересмотрел много контента на эту тематику. Много, на самом деле, людей, которые тоже задавались этой целью и задачей, ну, либо сказано сложно, либо сказано мало, либо сказано выборочно. А хочется, вот, знаете, как комплекс, вот, от А до Я, вот идея, а вот земля, вот документ. И вот на этом промежутке, год это там, полгода, месяц или 10 лет, вот мы как раз для себя попробуем это реализовать. И повторюсь, это все вот освещать. Тобто це на власному прикладі можна зробити, тобто
ти отримаєш землю, прийдеш, скажеш, я отримав землю. Да. І просто розкажеш алгоритм, що треба робити я для того. Я навіть в процесі її получення, це таке ток-шоу, або як реаліті-шоу. Да, от ми сьогодні, там, завтра проработали алгоритм, пошли на встречу, там, записали определенный там, контент, выложили и там комментируем. Возможно, на этом пути к нам присоединятся там, желающие, либо помощники, которые готовы, или у которых есть положительные результаты, и они готовы поделиться какими-то вещами, которые прописаны между строк. Ну, то есть, это тот путь, который мы начали, и на самом деле, да, земля – это конечная цель, но мы вот не сколько земля интересует, а сколько вот этот путь. И, по сути, вот я бы назвал активист, да, вот это слово, вот в этом и заключается. Нужно показать на своем примере, не с буквы закона, а вот с житейской, потребительской вот точки зрения, как это работает, либо не работает. Или же, если не работает, то что нужно сделать так, чтобы заработало. Розрухати людей, да? Бо вони, да. В принципі, тільки, якщо якісь там вибухи соціальні або майдани, то вони виходять, проявляють свою активність, а в принципі, коли все трошки затихає, то і люди, в принципі, повертаються до такої інфантільної... мирской стабильной жизни. Так, да. Да, да, да. Ну вот, возможно, в этом и проблема, что у нас слишком активная реакция на вызовы. Ну, то бишь, если сегодня что-то случилось, нужно бросить все, забрать свое время, имущество, я не знаю, себя лично, и с головой уйти в рутину, да, или в пучину событий. И чем быстрее или чем активнее туда заходишь, как показывает практика, с такой же активностью туда и выходишь. То бишь, либо нужно подходить эволюционным путем к любому, что происходит, ну, к эмоциям, да, или к своему заключению, либо к действию. Тогда, возможно, и уход будет, ну, менее радикальным или не менее таким радикальным. И, в любом случае, да. Дорогие друзья, мы тримаем кулачки за то, чтобы Александр отримав свою частку землі. Ми. Да, ми командою работаємо. А, да. Вони. Спасибо. Чи ми разом теж, да? Тоді давайте всі потрошку будемо отримувати. Да. Ну, я сподіваюся, що так буде. Спасибо. Да, хотів би перейти до наступного питання. У нас така дуже цікава новина вийшла. Збираються закривати різноманітні клуби, тобто не клуби, а салони гральних автоматів. Ну, закрили, так. Да. Да, ну, да. В принципі, частку закрили, але не все закрили. Ми маємо просто... що мене бентежить? Виникає питання. В 2009 році, якщо я не помиляюсь, Юлія Володимирівна Тимошенко, вона позакривала гральні автомати. Але ми знаємо, що вони якось там щось там поміняли в свій вигляд. І далі працювали. Потім, коли відбувся Майдан, нам теж пообіцяли, що всі салони гральні позакривають. І зараз ми вже в 2019-му переходимо на 2020 рік, і ми бачимо, що знов піднімається питання того, що треба закрити гральні салони. І от, чи віриш ти в те, що це закриється зараз? От. Чи може це якась гра? І взагалі, твоє ставлення до цих гральних салонів? Угу. Такий вопрос, я думаю, займу много времени, поэтому постараюсь где-то сузиться. Начну с первого. Юлия Владимировна. Я помню тот период, когда в Киеве казино соответствовало, возможно, голливудским стандартам, когда это было отдельное заведение, как правило, это там на цокольном этаже, либо же там в здании гостиницы, оно имело такой новогодний, яркий, заметный, такой фееричный там вид. Тобто, даровало настрій, а вони взяли и закрили це. Ну. Ну, да, да, да. Что-то приобрели, что-то потеряли. Вот. И она закрыла, вот как это, в прямом смысле слова, казино. В том понимании, как мы его понимаем. Казино – это признаки, там, рулетка какие-то, игровые автоматы, покер, там, ну, я не игрок, поэтому все мои знания основываются на фильмах, которые видел. Вот, вот этот бизнес был закрыт, да. То, что мы видим на сегодняшний день, такое же яркое, такое же масштабное, насколько я помню, даже больше уже как аптек стало, то есть массовое такое явление, я бы не назвал это казино. Ну, в том понимании, вот, обывательском, которым вот оно было. Могу утверждать, так как был, да, там, косвенно, там, видел своими глазами, слышал своими ушами, да, общался с людьми, которые к этому имеют отношение, что де юре это и не являлось-то казино. И вот эта вот лазейка, а точнее сказать, схема, по которой велась деятельность вот этих игровых салонов, может такое слово сказать, не обязательно азартных игровых, просто игровых салонов, где присутствовал монитор, да, с выходом в интернет, где был ряд либо лотерей, либо игр, которые приносили де юре
какой-то показатель, ты молодец, ты выиграл там 17 тысяч бонусов, да, де-факто приносило какие-то денежные доходы, да, игрокам. И ввиду того, что, повторюсь, была вот эта схема и коллизия, я так понимаю, они начали развиваться в этом направлении, то есть нашли вот эту лазеечку. Будем объективны, да, и говорить честно, это они бы не получили столь массовое развитие без поддержки. На сегодняшний день у нас поддержка, как правило, это либо силовые структуры, либо там наш истеблишмент. Не может быть. Ну, слух сказал и уже жалею об этом, да. Это я слышал, на улице бабушки говорили, поэтому я вот доверяю этому экспертному мнению. Они точно знают, да, и Facebook. И комментарии в Фейсбуке прочел, поэтому я считаю, что я вот вышел достаточно аргументированной позицией на основании проверенных источников. Вот. Тот рост, который они получили, как по мне, это теневой доход определенных игроков, да, которые создают. Чи може бути таке, що вони просто зростають, набирають свою якусь масу, набирають якийсь такий грошовий мішок, і потім підходять люди, так дивляться, вже мішок великий, і як на Новий рік в Америці беруть і дубінки стряхують, цукерки там падають. Може таким чином це відбувається? І ми, в принципі, зараз знов спостерігаємо на те, що цей мішочок трошечки дерибанять, да, струсять, а потім все, в принципі, знов якась метаморфоза буде, там вони змінять назву якось і продовжують далі працювати. Ну, пример, я бы с ним согласился. Да, он, конечно, комичный, но объективно так и есть. На первом этапе капитал – это свобода. Да, когда в карманах есть деньги, есть возможность там реализовать себя, либо помочь кому-то реализоваться. Когда денег больше, там руки заняты в чемоданах. А когда их так много, что и машины не увезти, это уже становится не свобода. Треба допомогти. Они, да, да, они становятся уже уязвимым местом. И вот как по мне… Примерно, что ты привел, да, те люди, которые имели к этому доход, это стало их уязвимым местом. Я как оцениваю сейчас достаточно серьезно, постараюсь ответить. Есть определенные игроки, да, политические, которые на каком-то этапе не нашли общий язык. Я не буду называть фамилии, но я думаю, наши зрители, люди опытные, понимают, о чем я. И вот на этапе разногласий одна из сторон, которая на сегодняшний день является представителем власти и закона, решила, да, она решила вот показать силу, да, и надавила на вот самый вот видный вот такой вот мозоль, да, или болевую точечку. И те, которые на сегодняшний день являются лоббистами, либо получателями выгоды от такого бизнеса, они это ощутили в первый же день. То есть это не там вяло текущий процесс. Это в один день остановился просто поток. Поток, я думаю, побольше, чем министерские там, я не знаю, потоки. Вот. Поэтому, да, повторюсь, пример очевидный. Используют это как рычаг, да, или как возможность надавить. Но в этом точно нет какой-то созидательной цели, либо же задачи навести порядок. Не турбота про… Однозначно. Про простых громадян, да. Ну как, оно, это как возникает, хотели, ну, как ну, не ты, было бы счастья, так несчастье помогло. Ну ты взагалі, по сути… як вважаешь, краще легализовать цей, скажем, спорт, цей бизнес, щоб вони сплачували спокійно податки і працювали. Чи краще, ну, все ж якось на них тиснути, і, щоб вони напівлегальні були? Це ж можна так сказати, що вони не до кінця легальні, але якось вони знаходили спільну мову з людьми, які керують країною. Ну, щоб відповісти на цей питання, можна там, ну, щоб бути об'єктивним, паралелі провести. Я би це порівняв, допустим, з алкоголем, з курінням, з екстремальними видами спорту, и там нестандартной какой-то деятельностью. То бишь во всем должна быть норма. Или даже не так. Нужно понимать, какой является конечной целью. Если человек занимается, там, прыгает с горы, да, он хочет получить адреналин, но он никого не сбрасывает и никого не заставляет. Или обманным путем несовершеннолетним там продает или пропагандирует вот этот образ. Да, давайте будем прыгать, это добавит тебе какой-то статусности. То бишь в первом случае, когда он ищет адреналин, ну, уважение такому человеку. Он себя там нашел, он профессионал своего дела, я так не могу, поэтому мне есть за что его уважать. Поэтому это плюс. Потом этот же человек переходит в роль пропагандиста, навязыванием каким-то своей, ну, получением конечной какой-то выгоды, допустим, там, за финансовое вознаграждение, там, детей сбрасывать, не дай бог, да, для мнимых авторитетных там бонусов, то это уже минус. Это уже является признаком, ну,
деструктивного какого-то подхода, да, к развитию общества. Алкоголь аналогично. Допустим, все мы взрослые люди, сознательные, да, мы находимся в постоянном там информационном потоке, потоке определенных процессов и задач. И на каком-то этапе, да, хочется какую-то перезагрузку. Это неправильно или правильно, сложно судить. Если то есть трошечки 50 грамм, перезагружаются, кто-то да, дуже виски, сильно, да, там, да, ребут такие прям. Ну, это уже, да, это все зависит тут от дозы, как лекарство. Его тоже можно классифицировать как помощник, так и убийца. Вот по игральному бизнесу, для того, чтобы дать ответ, как относиться к этому, то, что мы имеем на сегодняшний день, не к игральному бизнесу или азартному бизнесу в тотале, или в теоретическом понимании этой формулировки, а в том проявлении, которое есть на сегодняшний день в Украине. Как по мне, это пропаганда иллюзорности получения денег легким путем. То есть обычный популизм. То бишь, у тебя есть 2 гривны, ты пришел, заработал 30. Как показывает практика, когда даже не практика, можно проанализировать, какой контингент посещает их. Как правило, это люди не сформировавшиеся, либо же с определенными социальными трудностями, которые, повторюсь, пытаются вытянуть, вот я удачный, я вот возможный, или у меня вот не везло в жизни, здесь повезет. Плюс маркетологи, да, вот он создан для того, чтобы он победил, да, победитель. И из опыта тоже, закончу сейчас кратко этот вопрос, у меня администратором работала в подобном заведении, очень близкая знакомая, да, и ввиду своей деятельности профессиональной, какие-то вещи, что связаны там, с маркетингом, там, с продвижением, с какой-то пропагандой, либо навязыванием каких-то ценностей, это все считывается. Вот в этих казино, в них же доступ идет не к компьютеру, а создается атмосфера. Это как клуб мужской, то бишь люди, которые занимаются там, деятельностью, которая мне по душе, коммуницируют с людьми, которые мне являются товарищами, руководитель, который, как правило, ведет по отношению к ним несправедливо. Дома их не воспринимают так, как они себя видят. И вот человек ввиду вот этих вот давлений... Дружина сказала, у тебя зарплата маленькая. Ее нет. Придумай что-то. Да, действуй. Такой, ты же мужчина. Да, он идет зарабатывать. И он приходит в общество, где такие же, как он, которые друг друга подкрепляют примерами. А я вот слышал, а мне вот говорили, а я вот недавно и сам. Там им наливают алкоголь, если это топовый игрок, бесплатно алкоголь. Там приятное освещение, приятная атмосфера успешной жизни, периодические разговоры о каких-то вещах. То бишь, продали яд в такой вкусной упаковочке из конфеты. Я к чему? Что вот это все не может быть вообще как таковым социальным явлением в здравом обществе. То бишь, это просто мотивация забрать те гроши, которые остались у людей, которые склонны вот к таким решениям. Поэтому категорично негативно отношусь к подобному виду деятельности. Категорично поддерживаю президента вот в такой инициативе, но не поддерживаю в его мотивах, которыми он руководствовался, когда принимал это решение. Ну, повторюсь, да, снова, не было бы счастья, так несчастье помогло, да, вот на сегодняшний день из-за его разногласий там, в его окружении, мы получаем достаточно положительную динамику изменения вот социальной, какой-то вот, социального порядка, даже там, я не знаю, в таких размерах, как город Киев. Добре, хотів би останнє запитання. Дивись, представь собі, що у тебе з'явилася лампа Аладдіна. Ти її треш, вилітає джин і каже: друже, ти можеш замовити 3 бажання, любих, але не для себе, а тільки для України. Які 3 побажання ти би замовив для України? Знаєш, у тебе от хороша передача, так, я вже говорив, повторюсь. Я сперечатися не буду. Ні, я не лезти раді. Вона об'єктивно розслабляюча. Тобто вона настраює на волну позитива, легкого, да. І вона абстрагує від проблем. На вопрос, який ти задав, я відношусь к нему достатньо відповідально, тому що от які в голові мислі, які задачі ставляться, от такий путь, по суті, пройде личність. І от цей вопрос в такій обстановці праздничній сложно відповідати з позитивом, але постараюсь. Однозначно для общества Украины, если мы говорим про нашу страну, я себя считаю патриотом своей страны, да, вот той страны, которая имеется, там, не коммунистической, не националистической, той Украины, в которой я вырос, у которой много направлений, векторов для развития, много мнений, много разных людей, много проблем, вызовов, но самое важное, много возможностей. Вот я хотел бы, чтобы мы, как украинцы, осознавали то, что мы не являемся всего лишь участниками, вот просто зрителями происходящего, что 500, скажу грубо, рыл, которые
получив там определенное образование, находились в тепличных условиях, там, воспитали в себе там какие-то навыки, которые кушает население, да, вот они и принимают или устраивают здесь, по сути, вот все те процессы, которые не нравятся нам, или какие-то частично нравятся. Вот я хотел бы, чтобы наше общество стало гражданским, когда я знал, как зовут соседа, или сосед знал, как зовут меня. Вот такие бытовые вещи, не о высоком, а практичном. О том, что если у меня спустило колесо, это не должно вызывать удивление, что человек сам подъехал и говорит, может тебе помочь. Это первое. Второе, это все-таки наши дети. Да, вот я отец, у меня маленький ребенок, до его рождения, возможно, такое бы вслух я не сказал, да, но все с опытом, возможно, какой-то отцовский инстинкт. Для того пожелал бы, чтобы в нашей стране ребенок все-таки был центром внимания власть имущих. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, он является проблемой. Школа, садик, отчисление, вакцинация. Отношение с проблемы на возможность, чтобы вот так вот мы и жили. И каждый родитель относился к ребенку не как к обязательству алименты отдать или в чем его одеть, а что ему дать нового. Ну и третье – это эмоционального здоровья. Нас настолько пичкают информацией, которая в большинстве своем вызывает больше негативную эмоцию, даже если я не отношусь к этой ситуации, я не являюсь участником, и я, мое даже мнение никак ее не изменит, но все же я включаюсь в это все. И весь этот негатив, он отвлекает от первых двух вот этих задач или тех желаний, которые я озвучил. Вот, по сути, три, наверное, супер, пожелания супер. Хотел бы я... Дякую, дякую за цю розмову. Затянул, да? Ні-ні-ні, все добре. Дорогі друзі, ну, а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. Давайте подивимось, що сьогодні вони нам покажуть. Це ТВУ! Топ-блогери України. Головною темою сьогоднішнього дня стало закриття всіх закладів ігрових автоматів по Києву і навіть по Україні. І ми поцікавились у пересічних громадян, що варто в першу чергу зробити – легалізувати цей бізнес чи все ж таки повністю закрити. Гарного перегляду! Доброго дня! Дозвольте коротеньке запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ігрові автомати, їх потрібно зачиняти чи навпаки легалізувати цей бізнес? Ні, їх потрібно закрити. Доброго дня! Невеличке запитання. На вашу думку, ігрові автомати, їх потрібно закривати чи навпаки цей бізнес треба легалізувати? Він вже давно в електронному виді. Зачем його відкривати чи закривати? Зараз відкриваєш телефон і там 28 реклам. На вашу думку просто, чи потрібно закривати ігрові автомати, чи навпаки краще легалізувати? Закривати. Закривати. Спасибо большое. А ваша думка? Закривати. Вибачаюсь, невеличке запитання. Скажіть, ігрові автомати краще закривати, чи цей бізнес краще легалізувати? Легалізувати. Скажіть, ігрові автомати, їх краще закривати цей бізнес, чи краще легалізувати, на вашу думку? Це канал ІКРТ? Так. У мене поки по телевізору? Так. Я думаю, подальше їх треба винести, щоб, не було, щоб воно менш доступно було. Менш доступно, а взагалі для закону... Це дуже будь в міру, я думаю. Тобто в законній плоскості в міру, щоб законом регулювалося і краще легалізувати. Я правильно вас розумію? Так. Да. Я вбрати взагалі. Вбрати взагалі, так? Ой, я не знаю. Це ваша думка є? Я думаю, частично треба легалізувати. Я правильно розумію? Лучше закрити тоді? Так. Да. Спасибо большое. Ігрові автомати лучше закривати или лучше легалізувати? Закрити їх повністю. Закрити. Добрий день. Позвольте узнати, ігрові автомати лучше закривати или легалізувати? Закривати. Автомати лучше закривати или лучше легалізувати? Як вважаєте? Закрити. Скажіть, будь ласка, ігрові автомати краще закрити як бізнес чи краще легалізувати? Краще закрити. Це 100% краще закрити. Гарно. Ну, як така економічна ситуація в країні на даний час і у людей немає грошей, то краще зачиняти. Дуже... Коли будуть багатіші люди, робіть, що хочете. Закрити. Ігрові автомати, як бізнес, краще закривати повністю чи легалізувати краще? Знаєте, я знав людину, в якій молодий хлопець через ігрові автомати просто згинув. І коли мати спитали, вона так сказала, що нехай вони всі закриються, тому що згинула дитина. Це така моя відповідь. Якщо б у нас цивілізовано все було, мабуть, це мало б сенс, але ж вона цивілізована. Однозначно закривати краще.
ігрові автомати як бізнес краще закрити чи легалізувати? Закрити абсолютно. В принципі, я согласен з законопроектом, що їх потрібно в окремих стоячих зданиях, десь за містом, по типу Лас-Вегаса, желательно створити городок. Тут немає табу. Олександр, дуже дякую за цю розмову. Радий бачити тебе у нас в студії. Сподіваюсь, це не останній раз. Дякую. Спасибо, що пригласили. Всегда рад. Спасибо. Дорогі друзі, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте шукати і знаходити нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.